Тверская область. Тверская, конечно. Да, уже пришла. Вся рыба у Давида. Впереди камера. Ограничение 60. Как же это утомительно прослушивать-то все. Странный какой-то. Впереди мобильный пост ДПС, который... Ну, то едет, то не едет. Ограничение 60. Давай, да, вот. Гонщик охуенный. Самый мой любимый гонщик. Панамера, да? Панамера GTS. Thank you.
ограничение 70. Ограничение 60. Камера в спину. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Алло? Да, Валик, будьте. А я тебе случайно набираю, что ли? Алло? Море, океан, да, о, на кайтах даже катаются, кайтсерфинг, прикольно. Да, видимо, случайно я набираю. Да, пока ничего, пытаюсь собрать все в кучу, ну, подбить все расходы. Вложения, расходы. А ты ответил? Нет, я не. Когда? А, тогда, да не знаю, я думал, сейчас недовольно, что-то это солнце светит, лицо морща. Слушай, а что ты ответил, ты помнишь, нет, не помнишь что-нибудь? 455? 406? Ну, погоди, 465, это, по-моему, этот, пятнашка. Алло, слышно? Алло. Блин, ладно, связь хреновая, потом. Бля, 465 плюс Toyota. Ну как так? Да, не может быть такого. 15 он, скорее всего, давал на Toyota, да, вот это? Конечно. Потому что в последнее время у него вообще не гладит ничего, знаешь, он очень там не ладилось. Ну да, но все равно 450 получается. Сейчас мои записи поднимемся. А? Сейчас поднимемся записи. Я даже не помню, сколько он первый раз дал. 380, 390. Да сколько мы их купили? 395, я не помню.
50 он дал, может, с ремонтом сразу. А, или мы давали, не всю сумму дал, да? Что-то мы добавляли там. Да, по-моему. Да, вы еще это, типа, а, пятнашку вы, по-моему, добавляли. Пятнашку вы добавляли, типа, демон говорил, я возьму это на себя, сам закрою, решу этот вопрос и так далее. Toyota. Вот как он мне написал. Знаешь, как вы думаете, скорее всего, он запомнил 465, у нас был момент, когда у нас общее вложение, все вместе, было 465. Он это в голову забил и говорит, и запомнил это. Вот почему он такая сумма. Я помню этот момент, когда у нас, мы еще возле Вадика стояли, вот, с потолком там какая-то хуйня была. Сколько у нас вложений, Саша спрашивает, ты говорил. Вот, мы что-то подбили, 465 у нас получилось. Вот с того момента он, скорее всего, это было видео. Общее вложение 465. Я помню этот момент, я возле камня стояла возле Вадика. И мы приехали, еще стоим, там ты говоришь, Саша спрашивает, сколько у вас получается. А у тебя старый телефон, ты его все почистил, да? Нет, это же отвезенная копия. Я просто не увидел же эту хуйню. Я еще вылазил и не увидел. Вот оно все. Вадика момент, я прям четко помню его. Прям все вместе стояли.
лето. Такое камня, без стекла стояло прямо на улице. Мы прям на улице стоим, значит, Саша там что-то спрашивает, ну что там? У нас было 465. Это вообще не правда. Поэтому я тебе говорю, вбил в голову расходы 465. Все раз вообще отписал. Ну, время просто прошло много, все слилось, да, и... Бабки сейчас заберем коляну, ставим еще 550. Потроллить. Когда уже будем, он потом скажет, блин, я вам говорил, там с Барнаула или откуда. За 650 человек. Мы даем, он скажет, Вась, мы тут стоим просто, вот клиент. Вот. Стоим, блядь, в раздумьях, они пришли толпой. А мне кажется, он недоступен. Он тебе звонил? Я с ним справился. Да? Этот, я ему отправил по этому, по подбору. До него даже не доставил. У него, возможно, там интернет не ловит на даче. Блин, еще 38 километров офигачить. Вот сам я ему звонил, он не алло, а так на телефон набрал. Скорее всего, просто интернет не ловит. Бля, вчера у нас с Настей был вообще знатный обед. Да, поехали к Андрюше. На въезде в Подольск стоит шашлычная пиздатая. Я нашел, короче, и говорю, блядь, сколько коллеги стоит ранее. Вот. Я, короче, конканул, взял полкило шашлыка на касать. Бля, вообще мега вкусный. Но они прям при мне приготовили. Вообще охуенно. Мы тоже вчера шашлычок ели. Вообще прям, бля, такой. Сочный, свежий, прям классный. Вот это, что мы покупали у того,
вообще хуйня с этим. Просто, блядь, небо и земля. Это такой сочный, мягкий, блядь, пиздатый. Но они на гриле просто, на решетке. Но все равно на мангале же. Да. Да, слегка втекли. Штраф надо твой оплатить. Страховку. Ну да, ну надо что. Чуть не звонит никто, они мне в протоколе номер телефона записали. А, я думаю, они без тебя вынесли решение виновен и все. Газелью, давай. То он нас обманет, то он ее, то он нас там ее. Опять сюда красный. А, что ты рада? Сколько камера? 90. Впереди камера. Ограничение 60. Заглядывать будут. Они сами ушли, по тормозам ударили. Актив, сова. Актив. Thank you.
становится. А во сколько ты залил человек? Вчера на Касань. Сегодня 10 литров? Да. С маской надо, еще с маской. Мазь уже ноль. А, все, все, я забыл. Мазь уже все. Да. Мазь уже на 18 километров. Ну, бля, вот пусть так и остается. Что, может, позвонить вам? Кому? Тёлку, на самом деле. Есть номер? Пробил уже, что ли? Давай посмотрим. А зачем? Что, если вы боитесь, какие? Они будут в ахуе вообще. Не гоняйте так. М-437. Запоминай. Михаил 437 ОР. Запоминай. 69. М-437 ОР 69. ОР, да? Да. Да, они особо и не гонят. На продажу, что ли, стоит? Нет. Алло, Марина Владимировна. Марина? Да. Ладно, алло, Марина Владимировна, здравствуйте. А вы зачем так гоняете на автомобиле Ford? Впереди мобильный пост ДПС. Зачем вы нас только что обогнали и поджимали? Разрешение на передвижение автомобиля с госномером. Да, кстати, а пробей Е626ММ. Е626ММ. Ага. Какой регион? 9-9. Есть разрешение. Есть разрешение на передвижение? Ну и отлично. Камера в спину. Ограничение 60. СМС. Зачем вы так Volkswagen Polo поджимаете? Может, обратно через Тверь проедем, через город? Вот посмотрим город. Давай. Олег тоже, да, удивлялся. Блин, едешь, она не жрет бензин. Пасынкова. Звонок поймала? Mm? А? Не понял. Я говорю, звонок поймал уже. А что, ты позвонил, не? Я написал, я его прям бойщица. Алло? Да, нормально.
Ага. Ну, сегодня точно не смогу. Сегодня прям не вариант. Ага. Я напишу, на стайке пола просто не едет так быстро. Зачем вы так поджимаете? Знаю, наверное, было. Впереди камера. Ограничение 40. Алло. А, нет, сейчас, секунду, 14 километров показывает. Скоро выйдем. Че? Все, ну че, вы далеко, все ждем. Ну, Форд говорит, у меня повезвее. Аптечки нет, вожу с собой медсестру. Шаурмы там в салоне обойтись. Что-то да? мне она не очень зашла. Да? Тебе зашла, но хочешь, ну, покупай. Ну, я как бы лучше потом потерплю и куда-нибудь заеду. Но в Твери по-любому есть какой-нибудь МакДак, Бургер Кинг, что-нибудь ну, такое. Давай. Ну вот зачем так ехать на полторы полосы посередине, а? Что ты думаешь ответить? Не знаю, что я ответить. Сказать, что я ответить.
такой ответ был, да, что этот, что даже ответ придумать не можешь. Ну смотри, не удивились, да, этот, что пробили номер. Я думал, для них это удивление будет. А может удивляются, ведь не показывают. Думал. Даже не видел их. Как видел? Видел? Даже снаружи. Пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Нет, тебе так не кажется? Я не, ну, как-то на этом вообще такая секундная скорость делала. Мне кажется, тебе кажется. Да? Немножко не смотрел. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. До Твери добрались бордюры. В Москве все сделали. Скоро дороги из бордюров будут. Что написал? Я написал, что жаль, от 100 лет таких красавицы. Сначала быстро на стоянке упала. Осторожно. Дети, дети. Смотри, смотри, надеюсь. Давайте подождем вас. Вот какая-то стоянка продажи. А, это салон, да? Что за город? Везде 40, блин. Thank you.
Багдак слева. А дальше? Да? Багдак. Что-то знаков 40 не видно, да? Тупо навигатор что-то пикает. Камеры нет. Ну, в Твери есть тоже Рио. Тверское Рио. Еще один Багдак. А я про это имел в виду. Да? Да. Там был указатель через 900 метров. Через 600 метров. Машину сегодня надо помыть по-хорошему. Алло, а? Привет. Ага. 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 Ну что, протекает, фара хреновая, надо поменять ее нахрен, да и все. Есть там вариант, не парься, там сделаете. Блин, ну давай хотя бы там через пару деньков, ага. На авто не горит, да? Ладно, посмотрим, не переживай. Вот. Блин, ну я двоих... Я двух любовниц не потяну. Двух любовниц не потяну вообще. Блин, да, мы вчера с Настей были там рядом. Нет, не что-то... Что-то не это не получилось заехать там туда-сюда бегом все. Дай. Ну, в центре Твери, кстати. Ага. Ну ясно, ладно. Что-то мне там жена звонит. Вот. Ага. Блин, ну давай завтра делаем. Давай, давай. Ну рассказывай. Ладно, давай ты первый, а то вдруг ты не по этому поводу. За смс-ок? Ну, смс-ки я там отправлял. Да, я прикололся просто. Ограничение 60. Ладно, что там у тебя как дела? Да, да никому, он ехал по дороге, прикололся просто. Я просто забыл, что у меня там iCloud один с iPad. Я думал, ты тебе по этому поводу звонишь. Ладно. А что там? Да ладно. Да? Ясно. Мы, короче, в Тверь ехали, в Мазду продавать. Знаю, сейчас посмотрим. Смотрят там.
мы в любом случае либо заберем ее сегодня, либо теперь. Че, вы от бабули вернулись уже? Че там, нормально у нее все? Ясно, ясно. Че, на даче не собираемся? Да. А, кстати, знаешь что? Посмотри, что там... А, блядь, ты же уехал уже. Че там удочки какие есть? Или, там, на профсоюзе. Ты на дачу? Это ты отвезла на дачу или как? Я хочу на рыбалку сходить, может на дачу поедем, потому что до Аки у нас недалеко. На рыбалку. Че? Надо на рыбалку, короче, сходить. Что? Ладно, ладно, мы, короче, едем. Мы, короче, подъезжаем уже. Мать, здесь пробка стоял. Вот. Ясно. Ладно. Вот. Ага. 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 Да, но они так нормальные или нет? Ну, короче, да. Пойдет, да? Срочно. Конечно. Все, сейчас же полезет читать. Конечно. Если пока тебе. Она же не дома. А, не дома? У-у. Прям выдели все и удаляй. Я прям смотрю, звонит, думаю, блядь, не дай бог же, блядь, это хуйня. Ты сам себя сдал. Да. Не, ну я на опережение сработал, супер. Ну, если бы в той экипе было, ну, то я что-то прикалываюсь, что с вами ехать, честно говоря. Это ты четвертый, ты пятый, да? Да. Ты пятый плохие, по-моему, да? Или нет? Ну, я знаю, мне кажется, ничего не нормально. Вполне. Глядишь, и полик там оставим, да? Каждый раз новыми путями, по-моему, ездим. Да. Дошки. Ну вот сейчас я уже узнаю это. Скоро заправка будет, вот она, по-моему, да? Где мы заправлялись? Да, Сургут, нефтегаз. На трех машинах заправлялись.
чем мы будем рассказывать по поводу машины? Сейчас он будет спрашивать, что мы даже не обсудили ничего. В принципе, ничего страшного. Расскажу. Нормальная машина. На перепродаже брали или нет? А? Занят был человек. Да, 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 мне Димон звонил, я ему звонил, он мне сказал. Впереди город. Ограничение 60. До конца машины. Ага. 600 метров. Блин, ну мне что-то кажется, что они, ну, то, что надо делают. Ну, в принципе, такая ситуация. Я один раз с иксом вот этим рассказывал, сталкивался с такой фигней. Блять, пиздец, там вот этот ТНВД стоил, блядь, 20 тысяч рублей, блядь. Тоже на ровном месте. Блядь, понятное дело. Вот точно так же, но этот, я в Макдаке остановился, я отсох, прикинь. И все, и вот началась эта хуйня. Делали подешевле, по-моему, чтобы там не Да, и в итоге все равно пришлось купить этот ебаный насос. Лепесток, лопатку там сломало и все. Да, да. Ну это давно уже.